Друзья, ну что ж, всем привет, всем кись-кись-кись-пись-пись. С вами снова я, Лестер, и сегодня, ребят, у нас будет, ну, довольно-таки интересный ролик, потому что сегодня я сделаю свою машину в МТА провинции. Если что, у меня BMW E92, но, конечно, она у меня в данный момент разбитая. То есть, давайте я вам покажу, может быть, как бы вы еще не видели ролик с моей машины, как я ее разбил. Как бы она вся погнутая, разбитая. Еще с той стороны как бы тоже она разбитая, так что, да, приходится как-то вот так вот записывать, потому что машину я отвезу завтра. Давайте я вам чуть-чуть как бы расскажу про нее, что вообще она из себя представляет. Я вам покажу ее под капотку. Она сейчас просто, пацаны, вся разбитая, к сожалению. Это потому что я Лестер водила, в комментариях не забываем. Давайте сейчас я вам просто покажу под капот. Пацаны, подходим близко. Come on, everybody. Смотрите. Открываем подкапотку, и тут у нас находится N54, то есть мотор N54, 335, но она, пацаны, не стоковая. То есть тут стоят интейки, блоов, то есть она просто полностью навороченная. И чтобы, пацаны, понимали, у нее же сил где-то 400-500, то есть я ее еще на Дину не ставил, но думаю, что в скорое время мы ее поставим на Дину и посмотрим ровные числа, силы. Сейчас я ее куплю на МТА провинции. Как бы, пацаны, просто напоминаю то, что я играю на 6-м сервере провинции, ссылка в описании. Так что, друзья, мы сейчас ее сделаем на провинции и просто посмотрим, насколько она будет похожа на провинцию. То есть мы там же сделаем ее черный мат, такие же диски поставим, постараемся хотя бы, если как бы найдем. Так что закрываем капот. На нах. Ты это видел? Че? Она гаснет? Я ее полностью разбил, прости, малыш. Так что, пацаны, ставим лайки, подписываемся, а мы переходим плавно в МТА провинцию. Ну что ж. Так, друзья, ну что ж, вот мы перешли на, ну, не на, а в МТА провинцию. Как бы, если что, напоминаю, то, что я играю на 6-м сервере провинции. Пацаны, мой микрофон, ссылка в описании, переходим, скачу. Пацаны, играем вместе со мной, как бы я играю реально каждый день. А если же вы меня встретите, пацаны, на сервере, то я вам дам деньги на развитие. Это выключись, блин, уже. Ну выключись, блин. Все. Мне жарко просто. Так, теперь нам надо купить BMW M3 E92, но перед этим надо как бы мне снять деньги. И что бы мне такого продать? У меня есть Rolls-Royce, у меня есть Mercedes. Давайте продадим BMW M6, только я не знаю, где он. Он, по-моему, очень далеко, да? Он где-то слева у меня валяется на карте, но я не знаю, где он. А, ну все, я понял, просто где он валяется. Сейчас мы едем за М6, чиним ее. Хотя, блин, мне денег нет на починку, боже мой. Окей, Toyota Chaser. Продать в гос. Да, теперь мы едем за М6, чиним ее. И тоже, просто сливаем в гос. Затем уже покупаем BMW M3 и делаем, как у меня в реальной жизни. И, пацаны, пожалуйста, влепите... лайк. Главное, пацаны, доехать, потому что, как бы, как вы знаете, я Лестер водила, разбиваю, пацаны, абсолютно все. Так что, пацаны, я просто лечу со всей дури, потому что я уже хочу сделать свою машину в МТА провинции. Это будет просто жесть. Как бы, когда у меня не будет бензина в реальной жизни, то я буду заходить в провинцию и буду, пацаны, наваливать на своей машине тут. В принципе, очень умно, да? Чисто, пацаны, 300 IQ. Так, залетаем, хопа, мяу-мяу-мяу. Вот так залетаем. Теперь мы едем и чиним ее, и затем приезжаем сюда, сливаем в гос и едем уже в автосалон и покупаем BMW M3. Поехали, пацаны. Давно я уже на ней не наваливал, черт. Какая же она шикарная просто, BMW M6. Как бы full tuning, пацаны, full tuning, full stage, как бы у меня на ней стоит. Но как бы приходится ее просто сливать в гос. Она еще и без номеров, боже мой, ты просто шикарно, BMW M6. Ты просто соска, понимаешь? Ты соска, понимаешь? Последний дрифт на моей BMW M6. Ну что ж, главное не разбиться. Вот так вот. Блин, какая же она хорошая. Боже мой, я не хочу ее продавать. Но, пацаны, мне приходится. Понимаете, мне приходится ее продавать. Так что, вот так делаем. Прощальный момент с моей BMW M6. Пацаны, пожалуйста, прямо в комментариях напишите «Прощай, BMW M6». Просто каждый обязан написать «Прощай, BMW M6». Чисто «Прощай». «Прощай, BMW M6». Так что берем M6. Продать в гос. Нет! Да! Пока! Все, пацаны, полетели. Теперь мы, собственно говоря, в приву покупать BMW M3. Поехали. Надеюсь, бабок хватит, блин.
Я просто лечу на максимальной скорости, понимаете? Я просто лечу за своей машиной, боже мой, друзья. За это можно реально влепить огромный классный лайк. 370, 380, 390 по городу, нормально. Это что было только что, боже мой, минус Бугатти. Понятно, ты куда вылетаешь? Опа, суета, суета, пацан, суета. Суетолог, блин. Аккуратно, да блин. Вот так, молодец. Мне догонять приора, что? Что? Пока. Так, теперь мы заходим. Ну что ж, где моя BMW M3 E92? Боже мой, чувак, привет. Как твои дела? Черная, конечно же, но нам нужен черный мат. Самое главное. Приобрести автомобиль, все. И у меня остался 1 000 000 на тюнинг, да? Да. Боже мой, привет, малыш! О-хо-хо-хо! У нее такие же желтые фары, как и у меня, боже мой! Так, бачком, допустим, вылетаем. Давай, давай, догоняй, догоняй, давай! Она на стоке обгоняет Сашку, чего? Она боком валит! В принципе, логично, как бы BMW M3. Воу, воу, блин! Она шикарная. Она прям бомбочка, она прям такая конфеточка, пацаны. На нахрен. Так, желтые фары самое главное, пацаны. Боже, это чисто моя машина, ну реально. Теперь точно, пацаны, буду на ней кататься в игре. Когда как бы не будет бизнеса в реальной жизни. Это 100%. Да, блин. Так, налево. Как же она приятно управляется. Боже мой, боже мой. Почему я не покупал BMW M3 раньше, а? Вот просто почему? Карбоновая крыша просто... Это соска. Она еще, блин, сидит так приятно на дороге. Чисто обосновался водилом. Сейчас мы ее занижим, поставим другие диски. Это будет просто соска. Просто... Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ну, вроде похоже, да? Ну, чем-то похоже. Ну, блин. Я не нашел обосновать прям такие диски, но это хоть чем-то похоже, блин. Хоть чем-то, да? Так, настройкам. Тюнинг сколько стоит? 300к? Не хватает, черт. Делаем максимально заниженную, самое главное. Покупаем это все. И выходит ровно. Нет, давайте это мы удалим, потому что я не хочу остаться без бабок. Пропорцию удаляем, приобрести. Ну что ж, машина готова, друзья. Встречайте, моя BMW из реальной жизни. Ну блин, хоть чем... Ну блин, она похожа, пацаны, ну похожа же, нет? Ну смотрите. Красный салон, как бы, блин, ну похоже же вроде как, нет? Она похожая, ну пацаны, согласитесь. И в следующей серии мы поставим со стейдж и просто будем гоняться со всеми, просто чтобы вы понимали, да? Друзья, ну что ж, на этом у меня все. А если вам данный ролик понравился, то, пожалуйста, поддержите меня лайком, подпиской, пацаны, все. Всем удачи, всем пока и до скорых, всем встреч, пацаны, пока-пока.